Не русский я, но россиянин. Да, все мы россияне, хотя по национальности и не русские. Ведь родина наша – великая советская Россия, и неотделимая частица ее – Карачаево-Черкесия, наша автономная область в горах Большого Кавказа, рядом с Эльбрусом. Сосед наш, горный великан. Привыкли мы к нему, пьем воду его рек, складываем о нем песни, проникаем в недра великана. Кубань-река, ее можно величать Эльбрусовна, ведь она дочь нашего великана. Скоро придется изменить привычное течение вод. Выйти на бескрайние равнины Ставрополя. И степи, забыв о засухе, подарят земледельцам 3 миллиона гектаров новых пашен. Те, кому достанутся эти пашни, добрым словом помянут строителей Кубань-Калаузской оросительной системы, в том числе и вас, Иван Филиппович Егоров. Вас, Исхан Дугуевич Дотуев. Русского и карачаевца. На стройке, как и повсюду в Карачаево-Черкесии, работают люди, которые говорят на 5 языках и отлично понимают друг друга, потому что один из 5 – язык Ленина, язык дружбы народов. Новая оросительная система окажет неоценимую помощь труженикам сельского хозяйства. В горах Карачая часто случается встретить интересных людей. Дубай Хаджи Махмудович Узденов. Из года в год на Психенской горной поляне пасутся гурты его бычков. В колхозе имени красных партизан он старший гуртоправ. Среди умелых – самый умелый. Что ни день, до 1,5 килограммов прибавляет в весе каждый из питомцев Дубая Узденова. А их 2 с лишним сотни. Вон как растянулись. Ажа Каспотович Байчоров, чабан с полувековым стажем. Его старший сын Магомед. Средний Ильяс. Младший Кады. Хабиб Илибековна, их мать. На попечении 7 Байчоровых 650 мериносовых овец, не считая многочисленных малышей. Вот вам и семейственность.